События в Белгородской области развиваются стремительно. В приграничном Шебекино активизировались мародеры. Как сообщает местный паблик «Шепот Шебекино», информация о мародерстве в городе поступала неоднократно, а сейчас появилось подтверждение. В городе из-за обстрелов отсутствует вода. Многие жители покидают свои дома. В городе начали фиксировать первые случаи мародерства. Случаи мародерства в Шебекино фиксировали еще задолго, до 4 июня. Однако написать о них решились только сегодня после того, как жительница города прислала снятое на смартфон видео. На видео видна разбитая, явно не осколками снаряда, дверь в магазин «Лариса». В городе сейчас более-менее спокойно. Есть, правда, задымление от предыдущих обстрелов, а в центре города посечены многочисленные дома, говорится в сообщении. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Шебекино решено усилить уличное патрулирование. Заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей, в том числе покинувших район, которые сообщают о появлении мародеров. По поводу патрулирования, вчера было усиление по моей просьбе, заявил Гладков. Будем делать все, чтобы защитить ваше имущество. По его словам, патрулирование проводится сотрудниками МВД и Росгвардии. Он добавил, что местным жителям вернуться можно будет тогда, когда мы увидим, что ситуация успокоилась.